Главные вопросы, которые подняли на заседании, сотрудничество в оказании гуманитарной помощи участникам СВО, а также поддержка и консультация семей военнослужащих. За время работы Комитета семей воинов Отечества прошло уже более 160 обращений. У нас работают психологи. Психологи у нас прошли повышение квалификации. И 7 человек у нас абсолютно профессиональных психологов, которые имеют опыт работы, могут оказать какие-либо услуги тот, кто в них нуждается. Все это конфиденциально, никаких записей мы не ведем. То есть здесь можно обращаться абсолютно спокойно. Напомним, что Комитет семей воинов Отечества занимается как правовыми, так и бытовыми вопросами. На данный момент в региональном штабе состоит около 10 человек. Это матери и жены мобилизованных, вдовы и те, кто связан со специальной военной операцией. Обратиться в штаб Комитета семей воинов Отечества можно по адресу Советская, 94, а также по телефону горячей линии 8 47 52 42 24 29.